Голосовые помощники, образовательные платформы, ЕСМА «Интеллект». Этими разработками занимаются студенты БКУТИ, поступившие на обучение по программе «Инженерия искусственного интеллекта». Теперь свои знания они смогут отработать на практике на новой кафедре IT-компании. Я очень рад тому, что у нас появляется все больше и больше участников отрасли, рынка, которые начинают совместно действовать с вузом, вкладывают свои средства и в материальную базу, и в подготовку студентов, и в создание различных совместных инновационных продуктов и разработок. И вижу нашу общую задачу в том, чтобы вокруг каждого из цифровых вузов, я сейчас говорю только по своей кафедре, по цифровому направлению, нам сформировать вот такие профессиональные консорциумы. Во время обучения студенты получат практические навыки, а после их трудоустроят. Искусственный интеллект уже вошел в нашу жизнь, мы уже не представляем себе жизнь без него, но есть и проблемы, потому что от того, как мы построим этот искусственный интеллект, зависит наше цифровое будущее. Очень отрадно, что ребята будут получать опыт, будут получать те навыки, которые потребуются в дальнейшем и в работе, и в профессиональной деятельности. В Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики уже работают 5 профильных кафедр, на которых студентов обучают IT-профессиям. Августина Охременко, Валерий Майоров. События.